граната пейнтбольная с радиусом поражения 30 метров. Сейчас мы ее попытаемся взорвать и посмотреть, что из этого выйдет. Это в «Разрушителях легенд». Кто там был? Вот так. Я даже кот охренел, что его дом развалило. Дом развалило. Поражающие элементы на месте. Повторного взрыва мы не ожидаем. Ух! Вот так вот. Кошачий домик разлетелся в клочья. А этот, который в «Разрушителях легенд», как его там звали, одного из них? Ну, Адам и Джеймс. Ну, ты был и Адамом, и Джеймсом. Все. На этом эксперимент закончен. Кто-то даже с испугу отложил кучу огурцов. Вокруг никто не ранен, никто не контужен. Движение на трассе не остановилось. Вот такая гранатка. На самом деле элементы мягкие, даже по звуку слышно. Но это дерьмо, как желток с куриного яйца. Ну вот и все.